Подręcznik krok po kroku, poziom A1, lekcja 19, 19 урок, часть C, часть C, przeprowadzka, переезд. Приветствую всех гостей, друзей, подписчиков на моем канале. Продолжаем с вами 19 урок, przeprowadzka, переезд. Послушаем диалог, а позже его переведем. Nowe mieszkanie Angeli. Znajomi pomagają w przeprowadzce. Bardzo wam dziękuję za pomoc. Naprawdę, nie ma za co. Cieszymy się, że wszystko dobrze się skończyło. O tak. Teraz masz piękne mieszkanie w centrum, więc w weekendy, kiedy po imprezie spóźnimy się na nocny autobus, będziemy mogli wpaść do ciebie. Jeśli to nie będzie w każdy weekend, to zapraszam. Macie rację. Mieszkanie jest naprawdę ładne. Małe, ale dobrze rozplanowane. I ma piękne, ciepłe kolory. Pasują do ciebie. Świetnie, замечательно. Давайте переведем текст. Новая квартира Анжелы. Знакомые помогают в переезде. Очень вам благодарна за помощь. Ну что ты, действительно не за что. Правда, не за что. Мы рады, что все хорошо закончилось. О, да, сейчас у тебя красивая квартира в центре, поэтому в выходные, когда после вечеринки будем опаздывать, мы опоздаем на ночной автобус, и вот эта фраза «бенже мы могли впасть до тебе», впасть, как будто бы упасть к тебе, ну, то есть заглянуть к тебе, зайти к тебе. Если это не будет каждые выходные, то приглашаю. Вы правы, квартира действительно хороша. Маленькая, но хорошо распланированная. И у нее красивые теплые цвета, подходят тебе. Итак, перед нами сейчас пшиимки, предлоги. Предлоги в мейсцовнику в предложном падеже, предлоги в допеунячу в родительном падеже и в наженьднику в творительном падеже. Какие предлоги в мейсцовнику? На столе, в бутельце, пши, пши лампе, по, подаку, например. То есть после этих предлогов на, в, пши, по у нас идет предложный падеж, мейсцовник. Допевняч, родительный падеж, обок, коло, около. Обок щебе, кот, коло, пса. Возле себя или кот возле пса. Навпрост. Навпрост щебе, кот навпрост пса. Навпрост напрямую от, например, напрямую от себя, по прямой от себя, или кот по прямой от пса находится. Вздуж, вдоль, вздуж линии. Вот кот у нас идет вдоль линии, за мышкой. Нажиндник, творительный падеж, какие здесь предлоги? Пшед, пшед домом, перед домом. За джевом, за деревом. То есть нажиндник у нас отвечает на вопрос кем, чем, или же с какими-то предлогами. За чем, за деревом. Перед чем, перед домом. Под чем, под креслом, под стулом. Над чем, над рыбком, над рыбкой. Мензы, между, мензы чем, мензы бутыльками, между бутылками. Допевняч, напомню, отвечает на вопросы, родительный падеж отвечает на вопросы кого, чего. Обок чего, кого, кого, навпрост кого, чего, вздуж кого, чего, вдоль кого, чего. И мейсцовник оким, очим. На чим, в чим, пши чим, по ким, по чим. Итак, давайте потренируемся использовать данные предлоги. Перед нами упражнение номер 2. Здесь нам нужно вставить правильные предлоги. Давайте прочтем и переведем. Предлоги уже вставлены. Мешкание Анжели ест мало. Квартира Анжела маленькая. Ма только кухня, лазенка и один дуже покой. В ней в квартире только кухня, ванная комната и, один, и одна большая комната. Вот, собственно, нарисована кухня, лазенка и один дуже покой. Кухня ест по левой стороне, лазенка по правой, а покой ест навпрост вище. Кухня находится по левой стороне, ванная по правой стороне, а комната находится напрямую по прямой от входа. Вещи вход. В покою сом вшистке наиважнейше мебле. В комнате вся наиважнейшая мебель. На щротку стоит канапа,
Przed nią na ścianie wisi telewizor. В середине стоит диван. Перед ним на стене висит телевизор. Вот мы видим. Między телевизором а софом на диванику стоит малый густовный столик. Между телевизором и диваном буква А в данном случае предлог заменяет предлог И. Можно говорить И, можно говорить А. На коврике стоит маленький журнальный столик. По правой стороне при ścianie стоит шафа, а обок шафы в рогу ушко. С правой стороны около стены стоит шкаф, а возле шкафа в углу кровать. Вот она у нас стоит возле шкафа в углу. Обок ушка стоит мала комода, а в рогу при окне регал с ксеншками. Около кровати стоит маленький комод, а в углу около окна стеллаж с книжками. Под окном стоит бюрко. Под окном стоит письменный стол или компьютерный стол. По правой стороне, мензе регалом, а бюркем стоит фотель. Натомест по левой стороне, мензе бюркем, а канапу лампа. То есть по правой стороне между вот этим книжным шкафом, книжными полками, между стеллажом и письменным столом стоит кресло, а по левой стороне между, опять же, письменным столом и диваном стоит лампа. Вот оно, все на картинке. Przed biurkiem jest krzesło. Перед письменным столом есть стул. Хорошо, и переходим к следующему упражнению, номер 3. Где то стоит, вищи, лежит. Где это стоит, висит или лежит? Вспоминаем, потренируем предложный падеж. Итак, читаем и переводим. Где поставить те дуже ксёншки? Куда поставить эти большие книги? Где, помним, имеет два варианта. Где и куда? На регале, на пулце, на доле. На стеллаже, на полке, на внизу, то есть на доле внизу. А сдьенча, а снимки. Сдьенча родицу завше стоим на бюрку. Ины не можешь поставить на комоде. Снимки родителей всегда стоят на столе. Другие можешь поставить на комоде. А то, что то, мыло? А это что это, мыло? Шампун? Твои косметики с ксеншками? Кто че паковал? А это что это, мыло? Шампунь? Твоя косметика с книгами? Кто тебя спаковывал? Не мялом дужу часу на пакувание. Если можешь, занешь еду лаженки. Дичей могом встать на пральце, альбо на столку пши ванне. У меня не было много времени на спаковывание. Если можешь, занеси, пожалуйста, их в ванную. Сегодня они могут стоять на стиральной машине или на столике возле ванны. А вино? А вино? Вино зараз бендемы пич, вен сможешь поставить в кухне на столе. Вино сейчас будем пить, поэтому можешь поставить в кухне на столе. Маш кщеншка кухарском? Любишь готовить? У тебя есть кулинарная книга, ты любишь готовить? Учаще. Можешь ем теж положить в кухне на пулце. Так, сейчас я секунду передвину. Учаще. Можешь ем теж положить в кухне на пулце над ледушком. Учусь. Можешь ее также положить в кухне на полке над холодильником. Я не мам кровата, а ты маш. Добже ведеч, не знала мче. Что с ним рубимы? У тебя есть галстук? Ну, он говорит, я не имею галстука, у меня нет галстука, говорит Хавьер. От тебя есть. Хорошо знать. Не знал тебя. Что с ним делаем? То есть Хавьер удивляется, что у девочки есть галстук, у него, у мальчика нет, у девочки есть. Он такой, ну, прикольно, я тебя, кажется, не знал. Проше повіщ го в шафі, обок пасков і інених кроватов. Пожалуйста, повесь його в шкафу возле ремней, пасок ремень і других галстуків. Документи лежом на регали і на бюрку, потім собі посегрегуєш. А хустка? Документи лежать на стеллаже і на столі, потім сама себе їх розберєш. А платок? Хустка звикла віші в передпокою на вішаку, але може лежати теж на пуці за дверями. Косинка, платок,
обычно висит в предпокой перед комнатой, то есть да, в каком-то прихожей, в коридоре, на вешалке, но может лежать тоже на полке за дверями, за дверями. А теплый-то где? А эти диски куда? Диши могут лежать на окне при радио. Сегодня они могут лежать на окне возле радио. Снова косметики. Где их положить? И снова косметика. Куда их положить? Ренчник вещи на щане при умывальце. Паста до зембов на умывальце в кубку. А те кремы на шафе при люстре. Полотенце. Ренчник для рук, значит, руки втираем. Ну, не обязательно руки, но так называется. Полотенце висит на стене возле умывальника. Зубная паста, паста до зубов, то есть зубная паста на умывальнике в стакане, а эти кремы на шкафу около зеркала. Если какие-то новые слова здесь появились, выписывайте, пожалуйста, сразу с переводом. А у нас с вами четвертое упражнение. Перед нами регал, такой стеллаж, на котором стоят, лежат разные вещи. И давайте проговорим вслух, где что находится. На регале, на гуже, по левой стороне стоит вазон с квятками, а обок вазону с моквавельски. Значит, на полке, на стеллаже, наверху, на гуже, с левой стороны стоит ваза с цветами. Вот она. А возле вазы с моквавельски, то есть дракончик из Вавеля. На шротку полки ест плюшовый пес. Посередине полки находится плюшевый пес. Коло пса лежат корали. Возле пса лежат бусы. На другой полке от гуры, на другой полке от гуры, раз, два, вот у нас на второй полке сверху, по левой стороне стоим с дьенча. На шротку су окуляри, а миска по правой стороне. Значит, на второй полке сверху, с левой стороны стоят снимки. Вот мы их видим. В середине очки, окуляры, всегда во множественном числе, значит, соум, находятся очки. А миска с правой стороны, с конфетками. Шахи лежат на шрутковой пулце между аппаратом фотографичным и дровняным коником. А может быть заменено и. Шахматы лежат на средней полке, вот они у нас, на средней полке, между фотоаппаратом и деревянным коником. Обук коника лежат плиты, а навпрост коника стоит щёнчка омоджи. Возле коника лежат диски, вот они у нас стопочкой нарисованы, а напротив коника, по прямой от коника, стоит книга о моде. На другой полке от доу стоят самые щёнчки. На второй полке снизу, на второй полке снизу стоят одни книги. Одни только лишь книги. Помните, был фильм «Один дома», такая комедия, на Новый год обычно ее смотрели или смотрим даже сейчас. И по-польски называется «Сам в дому», «Один дома». То есть самые одни книги. На доле, по левой стороне, стоим рольки, обок ролек лежом чанжарки, а по правой стороне сом кщоншки. Внизу, на доле, с левой стороны стоят ролики. Возле роликов лежат гантели, чанжарки. А с правой стороны стоят книги. Ну что ж, цудовня. До услышания вкрутце. Забачимо еще не бавимо.